текущем году в Дагестане будет проведена дополнительная туровая иммунизация против полиомиелита из-за роста числа непривитых детей. Снижение уровня коллективного иммунитета к этому заболеванию в условиях активной внешней и внутренней миграции населения создает риски появления и распространения полиовирусов. Полиомиелит – это высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое вызывает поражение полиовирусом серого вещества спинного мозга. И далее у нас развивается неврологическая патология, что вызывает параличи и порезы. Обычно бывает очень часто параличи и порезы нижних конечностей, которые остаются на всю жизнь уже, не поддаются лечению, ну, смотря какая форма заболевания. Отметим, что заболевание наблюдается в следующих формах. Абортивная, так называемая малая болезнь, менингиальная, спинальная, бульбарная и энофалитическая. В туровой иммунизации предполагается вакцинация детей от 3 месяцев до 9 лет. Сначала будет проведена поэтапная инактивизированная прививка, а после оральная. У нас всегда в 3 месяца первая инактивирована полиомиелитная вакцина, 4,5 месяцев и 6 месяцев мы инактивируем полиомиелитную вакцину. Это уже инъекция получается. 18 месяцев тоже инъекция инактивирована полиомиелитная вакцина, 20 месяцев уже оральная полиомиелитная вакцина, живая, ослабленным полиомиелитным вирусом. И в 6 лет тоже оральная полиомиелитная вакцина. Стоит подчеркнуть, что орально-полиомиелитную вакцину не получает следующая категория детей. Маловесные, с иммунодефицитным состоянием, с анатомическими дефектами и рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей. По словам врача-инфекциониста, родителям стоит перед вакцинацией провести ребенку полное медицинское обследование. Асията Умалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».